Здорово, бродяги, Василько на связи, это APX на балансе у нас 100 рублей, ссылочка на сайт без греб в комментариях, спускаемся вниз, там есть комментарии, и первый комментарий, именно ссылка на данный сайт. Также для вас будет промокод на 10 рублей, вводите его вот в этот раздел, получаете 10 рублей на халяву, промокод будет в любое время и в любом месте. Я уже задолбался, что за херня вообще происходит, почему многие пишут, что промо пали и так далее, нихера не паль, бля. Просто промо кидают в разные группы, успевают, и какие-то челики, другие... забирают. Этот промик мой, который мне выдают, по сути, другие люди его забирают. Вот, я могу вам доказать и показать, что промокод реально мне выдает менеджер. Вот, в общем-то, вам старые промики, эти промики использованы, и просто для наглядного примера я вам привожу, что промики мне реально выдает сам менеджер, можем на его страницу перейти, и также там будет доказано, что менеджер APX, вот, он выдает по 6 промиков мне, вот, и как бы я один промик в один ролик вставляю, так 6 промиков, потом они заканчиваются, я опять заказываю, но последние промики, они длинные, я пока что их не могу показать вам, я не знаю, почему они длинные, и я объяснить не могу, и я в этом не виноват, мне промики выдают, я их раздаю, все очень просто, и плюс, чтобы, я уже не знаю, как вам доказывать, если честно, но вот, в общем-то, все доказательства у вас на глазах, я уже просто реально больше не знаю, что сделать, чтобы вам реально доказать, что, блять, эти ебаные промокоды мне, сука, выдают. И я их не с головы беру и ниоткуда ты там. Вот, короче, до сих пор продолжаю снимать ролики на старом компе, но я его как бы разогнал, не знаю, раскочегарил до такого состояния, чтобы он не лагал. Там надо было пару вирусов удалить. Ну и, в принципе, как вы видите, вот вам наглядный пример того, что он реально хорошо стал работать. Вот, что теперь переходы даже уже не такие лагучие. Ясен хер, что он ту же самую КС-ку уже еле-еле, ну, потянет, но еле-еле, короче. А в теории сейчас снимать ролики и монтировать, я думаю, на нем не составит труда. Хотя хз, потому что монтаж, он как бы побольше нагрузки дает, чем съемка ролика самого. Вот, 685 рублей, в общем-то, у нас уже есть. И пошлите в новый режим под названием Дайсы, который дико сливает. Но мы сегодня же попытаемся, правильно? Вот, блядь, и как вот... Вот как здесь играть, когда эта херня залупа долбанная тупо сливает? Ну ладно, ничего страшного, как говорится. Откамбэкались и больше возвращаться что-то особо... Охереть. 2000. Ну вот, к чему я это говорю? То, что больше возвращаться туда пока что мне не хочется. В эти места. По типу дайсов. Ну хорошо, ладно, хорошо, что-то выдает как-то мины. И у меня лагает мозг, потому что, типа, во-первых, я сонненький немножечко, а во-вторых, что-то загружен в плане компа. Типа, мозг загружен и думает об нем, скорее бы он родной мой вернулся, да? Но пока что этого сделать нельзя. 162, давайте попробуем на, допустим, 10x, на 10x, не больше. Вот здесь что-то подлагивает как-то, ну, моментами замечается. Моментами замечается то, что лаги какие-то происходят. Ладно, окей. Давайте варил или решка. 500 рублей. Тут ап или икс. 500 рублей, решка. Решка. Заберу, ништяк. И соточку можно поставить, и спокойненько мы с вами сделали эту цель. Вполне неплохо, кстати. Со сотки 5000. Нет, даже отлично. В общем-то, также я не помню, рассказывал вам или нет, но здесь добавили, в общем-то, пополнение. Здесь, в общем-то, добавили пополнение, и теперь пополнять вместо киви нужно через Piastrix. В общем-то, киви или пейер, вы хотите, то Piastrix.
И также добавили скин пэй, то есть теперь скинами можно пополнять. Потом подробно вам все покажу и расскажу. В общем-то, подписываемся на канал, не забываем ставить лайки, оставлять сложный комментарий. С вами был Василько, еще увидимся, всем удачи и всем надеюсь, удачи, парни, пока!